Запчасти для автомобилей в наличии и под заказ. Магазин запчастей для иномарок на Янаульской 1А. Бутик номер 1. Сигнал о возгорании поступил на пульт в 4:47. Через 3 минуты на место прибыл расчет 37-й пожарной части. Выяснилось, что в двухкомнатной квартире горели вещи домашнего обихода. Площадь пожара была небольшой, всего 1,5 квадратных метра. В итоге обошлось без погибших и пострадавших, но квартира оказалась сильно закопченной. Предварительной причиной возгорания называют короткое замыкание электрооборудования.